А у нас в Паттайе новый день, и вот такой апокалипсис. На улице ветер просто страшенный, стоять невозможно. Пальмы гнет к земле. Ну, прикольно. Страшно красиво называется. В связи с тем, что сегодня плохая погода, дождь льет, мы поедем в магазин, называется Home Pro. Тут вот такие товары для дома. Сейчас покажем. Тут всякие декоративные подушечки по 300 рублей, если на рубли переводить. Вот такие, всяких цветов и размеров, красотища. Коврики в ванну, вот эти обалденные, получается 3000 рублей. Ой, мягкие, невозможно. Химозина страшенная, но приятные. Ой-ой, это еще приятней. Вот просто такие. Вот эти по 1000 рублей коврик получается. Вот такие у нас, кстати, по-моему, в Леруа Мерлен есть. Вот такие коврики стоят. Не знаю, сколько стоят. Вот такие симпатичные. Всякие клеенки можно выбрать. В общем, чего только нет. Вот это тут уже что-то яркое. Это мы пришли в отдел постельного белья. Вот такие цены. Все умножаем на 2. Ну и тут все хорошо, что подписано. Вот постельное белье написано где. Вот, bed cover. В общем, по-английски везде есть дубляж. Можно понять, что покупаешь. И тут у них вот такие классные наборы. Они идут по 2700. Это значит на наш, ну, короче, 5000. Здесь идет подушечка, ну, одеяло. Наволочка и одеяло такое сразу же с пододеяльником. Вот такая вот у них есть фишка, которая сразу же прям продается вместе с пододеяльником. То есть и стираешь ты это все вместе, пододеяльник не снимаешь. Но есть которые и съемные. Очень удобно. Вот для наглядности сейчас покажу, что вот это вот прям, ну, проминается, это прям вшито уже в одеяло, вот этот пододеяльничек как бы, то есть чтобы стирать все вместе. Очень удобная штука, просто обалденная. Естественно, можно покупать не только в наборах, но и по отдельности. И выбор цветов и размеров вообще просто немеренное количество. Вот здесь кровать представлена, и прям видно вот эти наборчики, вот это вот одеяло, которое сразу же вместе стирается. Полотенец полно. Такое 200 рублей стоит. Такое 400. В общем, тоже полно. Любой цвет, фактура. Очень классное. Ну, все совершенно разного качества. Ну, в общем, такие, ну, у нас дороже. Также в этом чудо-магазине можно и матрасы сразу же купить. Разные плотности, разные толщины. Какие-то тут поскромнее за 14 тысяч, 30 тысяч рублей. Тут это 50, покруче. Короче, полно всяких. Вот дочка тут совсем в восторге. Вот такая, короче, штука. Одевается прямо на кровать. Стоит всего 2000 бат. Абсолютно герметичная. Ни геконы, никто к тебе не пролезет. Ну и, конечно же, вот эта куча просто вот этих контейнеров а-ля икейских. Тоже полно. И совершенно по разной цене. И вообще недорого. Помимо этого, здесь мебель есть. Ее не так уж много. Но, в принципе, она есть. Особенно очень много всяких комодов представлено. Также здесь есть садовая мебель. На балкончик себе установить. Или, если у кого здесь дом, куда-нибудь тоже в зону сада. Здесь еще такие искусственные орхидейки прикольные. Я вообще очень не люблю искусственные цветы, но вот эти орхидеи классные. 1600 рублей. Ну, в общем, кому надо, здесь всякие шланги можно купить для дачи, водонагреватели. В общем, вся вот эта техника, всего полно. Также здесь есть отдел с посудой. Такие, например, сковородки Тефаль. 2300 в рублях. Маленькие по 600 рублей. Посуда керамическая, стеклянная тоже есть. В общем, вилки, ложки. Все вот эти дела здесь тоже присутствуют. Очень, кстати, неплохие вилки, ложки. Вот эти такие с завиточками классные. Все можно по одной штучке купить. Можно наборчиками.
Как угодно. Техники полно, стиральных машинок. Вот по 30 тысяч рублей. Вот такой Samsung. Ну, как бы значительно дешевле, чем у нас. Ну, есть, конечно, и подороже модели, но в основном все дешевле в любом случае. Это уже все для чистки, для уборки. Тут такие наши средства, которые мы знаем. Плюс какие-то американские, вот, вижу. В общем, короче, много неведомого. В общем, очень большой ассортимент, кстати, всех этих средств. Это все антимоскитное. Очень классные вот такие, которые закрытые. Нам все время Тайка посоветовала, их открываешь. И они такой распространяют аромат. Ну, разные в зависимости от того, что тут нарисовано. Но это самые действенные, вот именно их тайские. Самые действенные от всех термитов. Ну, так что тут есть всякая плитка, унитазы, краны. В общем, всего полно. А мы выходим из магазина Home Pro. И вот такой тут чудесный автомобильчик стоит. А теперь мы приехали в магазин Tesco Lotus за продуктами. Это мы пришли в Tesco Lotus. Вот мандарины по 100 рублей, по 120. Тут также есть сразу же нарезанные фрукты, овощи. Очень удобно. Вот ананасики 100 рублей, манго 80, папайя 100, фреши сразу же, зелень. Всего полно. Помимо еды, вот такие тут штуки есть. Прикольные. В общем, всякие лифчики, белье. Для детишек, кстати, вот такие классные. Бесшовное белье есть. В общем, разное совершенно. И в огромном просто количестве. Цен, конечно, очень дешевая, но не знаю, как качество. Обувь. Ну, такое все, конечно, не очень айс, но есть какие-то шлепки пляжные. В общем, такой мелочь какую-то можно купить все-таки. Потом много видов кофе. Я хочу пойти найти какой-нибудь чай зеленый хороший. А также здесь можно покупать все таким, ну, как бы мелким оптом, небольшими такими партиями. Очень удобно. Такой очень дешевый магазин, но здесь можно очень много чего купить. Рисов в таких огромных пакетах. Это очень удобно, конечно. Когда тут живешь, покупаешь себе сразу много. Такой рис, получается, стоит 500 рублей на наши деньги. Вот такая коробка огромная, 5 килограмм. Молока вообще полно всяких видов. Вот это вот какое-то соевое молоко, потом миндальное молоко, рисовое молоко. Фисташковое даже есть. Ну, вот так вот пришел за молоком. Можешь еще заодно диванчик купить. Вот такой большой диван, кстати, стоит 36 тысяч рублей, получается. Из продажи тут. Типа кожаный. Но есть и из разных материалов. Вот этот. Вот это 50 тысяч рублей. Кто вообще огромный. И также посуда есть. Такая совершенно обычная. Такая симпатичненькая. 300 рублей. Вот такая тарелочка. Такая то же самое. Вот это 100 маленькая. Ну, это там... Ну, это не стоит. Это побольше 150, а вот это 100 будет стоить. И опять в огромном изобилии средства для стирки, для уборки, для мытья посуды. Очень много всяких. Ну, и вот этих... Антирепелленты тоже. Их вообще, конечно, очень много. Ну, конечно же, меня занесло в отдел косметики. Здесь, кстати, вот этот японский бренд Tsubaki. Это от Shiseido. Получается, вот такой бальзам стоит 500 рублей. Недорого, естественно. Шампунь вот такая. Сколько тоже? 600. Ну, побольше чуть-чуть. Это вообще просто супер. Вот такая фирма Лалан, очень классная. У них разных видов есть маски для волос, эти обалденные. И этой же фирмы масло для волос, тоже просто суперское. Получается, он по 100 рублей стоит. А, вот, как раз-таки разные
фирма. Ой, разные. Это для блондинок, это там какое-то увлажняющее. В общем, я покупала, они реально очень классные. Ну и, конечно, 100% кокосовое масло тоже для волос, для тела. Просто супер. Ну и, конечно же, и декоративная косметика. И у них тут почему-то просто какое-то великое множество карандашей для бровей. Просто на каждом шагу их продают. И каких только цветов, вообще оттенков, толщины. Нет, полно. Ну, вот такой есть стеллажик. Там Нивея, Нойтранжина, Гарнивье, Понс. Такие стандартные наборчики. А вот это уже, по-моему, корейские бренды. Да, это корейская косметика. И вот это тоже серия. Сыворотки всевозможные, да, Made in Korea написано. Ну, собственно, также все вот эти дела есть только в мини-форматах в каждом 7-Eleven. Всевозможные зубные пасты. Ну, это не местные, просто хорошая фирма, вот это хорошая, вот это, а вот это местная. Очень классная. Вот как раз то, о чем я говорила, но только вот уже в таких мини-форматах. Они в среднем все по 100 рублей. Вот такие штуки стоят. BB-крема даже есть. Тут антипрыщавные сыворотки, вот эти корейские. Это в среднем каждая вот эта штука стоит 100 рублей. Вот как раз то, о чем я говорила, но только вот уже в таких мини-форматах. Они в среднем все по 100 рублей. Вот такие штуки стоят. BB-крема даже есть. Антипрыщавные сыворотки, вот эти корейские. Это в среднем каждая вот эта штука стоит 100 рублей. В общем, вот таким вот образом выглядит весь этот магазин. Тут что-то типа нашего Ашана, наверное. Ну и все, мы уже идем на кассу.